северной столице, в межвузовском студенческом городке на Бассейной улице, прошла социальная акция «Открытка маме». Событие было приурочено к празднованию Дня матери, традиционно отмечаемому в последнее воскресенье ноября. Подробнее в сюжете Анны Коваль. На территории межвузовского студенческого городка проживает более 8 тысяч иногородних студентов, покинувших свои семьи ради получения образования. Для них в первую очередь и была организована акция «Открытка маме». По старой доброй традиции ребята писали своим мамам не электронные письма и СМС, а самые настоящие поздравительные открытки, которые потом отсылали по почте в отчий дом. И сегодня у нас акция «Открытка маме». То есть это акция про то, что нужно делать маму счастливой, то есть отправлять ей открытку, поздравлять ее с днем матери. А сегодня такой прекрасный день, день матери. Такой праздник должен быть. Почему? Потому что он является нам напоминанием. Напоминанием о тех людях, которые дали нам жизнь, которые были нам ангелом-хранителем именно вот для ребят, пока они не вступили во взрослую жизнь. И сейчас, скорее всего, вот этот праздник напоминает, что надо сделать ответный шаг и своим вниманием согреть и обогреть своих родителей и, в первую очередь, маму. Раньше послания, отправленные по почте, были одним из главных способов связи между близкими. Сегодня открытки позабыты. Напомнить о старой традиции общения взялись инициаторы акции, представители партии «Единая Россия» и межвузовской организации «Покров». Так они предложили студентам выразить слова благодарности матерям. Акция проводится бесплатно силами Ассоциации «Покров» и партии «Единая Россия». Мы печатаем большое количество открыток и конвертов, которые могут как раз отправить студенты. Мамы, наверное, они еще все-таки тех времен, и получив открытку от дочери или сына, который напишет, что у него все хорошо, что у него успешная учеба, прекрасно сложилась жизнь в Санкт-Петербурге. Поэтому, конечно, надо. Это будет только лишь на благо всем и детям, и родителям. В рамках социальной акции студентам были предложены авторские открытки, на которых каждый участник, как мог, выразил любимой маме свою благодарность и любовь. Для меня мама – это что-то особенное, такое чудесное. Не знаю, слово «мама» такое дорогое. Это пахнет утренней кашей по утрам, пирогами, какими-то душевными разговорами, помощью, заботой, ее лаской и теплыми руками. Он самый родной и главный человек в жизни. Ну, можно сказать, что олицетворяет все, что это… Его никто не заменит. Когда мама получит эту открытку, то она вспомнит о своем сыне, и ей будет очень приятно. Студенты 35 высших учебных заведений проживают в межвузовском студенческом городке. В этом году около 700 участников откликнулось на призыв написать добрые слова самому родному человеку – маме. Трогательные послания разлетелись по всей стране.